Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и есть у нас тут парочка таких турнирчиков. Я думал сразу записать с двух ледников сейчас, давненько мы не плавали, значит, здесь еще есть Кайвекия, в общем-то, думаю, запишу тоже сегодня. А вообще, мне вот этот турнир понравился, Страшный сон хищника. Кстати, очень актуально будет, да, сейчас вот это вот всем желающим посмотреть смерть хищникам, Страшный сон хищников. Это у нас была серия отдельная под Jurassic World Evolution, ребятки, так что можете найти на канале. Это, по-моему, последняя серия, да. Там есть длинный вариант на час с копейками и короткий вариант, укороченный там на 10 минут, когда все хищники были убиты травоядными. Короче, вот там действительно был страшный сон хищников, а здесь так, легкий кошмарчик будет, мимолетный. Итак, давайте сейчас попытаемся. Мне просто интересно, будет ли здесь такая же вот жопа, как вот там была у нас когда-то, что было вообще невозможно пройти этот турнир. Был тоже какой-то супер крутой хищник, и травоядные были только редкие, по-моему. Так, давайте посмотрим. Так, кто... Ну, здесь на самом деле пока что все легко. То есть любой Дино сможет им накострелять. У него будет удар 500. Ну, давайте возьмем классику жанра. Анкилодока. Посмотрим, что мы тут сможем навалять. А, чё так он как-то слабо? Почему я прикинул, что... А, на 50% точно. Все отлично. Все по плану. А, ну так, а чё, я его уже убил. Чё тут? Тянуть кота за хвоста. Так, посмотрим. Ну, наверное, второе и третье условие будут другим. То есть не будет там два хищника. Хотя, если будут два хищника, три, мне будет даже интереснее на самом деле. Но, скорее всего, будут условия сейчас типа только хищник или только амфибия. Вот что-то такое будет. Мне так кажется. А, нет. Да, в общем-то, это мне больше нравится. Так, ну кого-то, кого бы взять? Давайте будем брать... Вот, ну, из более стареньких, вот, например, вот так вот. Может, даже шунозавра взять, что ли? Ну, давайте попробуем. Накапливаемся. Вот красиво выглядит Т-рекс, да, на втором уровне, такой коричневый с полосочками. Так, 4. Но этого еще недостаточно, чтобы нас победить. А мы как раз идеальный удар. Ровно столько, сколько нужно. Такой какой гигантский, ручистый, такие руки, как у качка. Ну, такие ладони гигантские. Вармрестлинг ему бы не помешало. Че, так, надеюсь, ты не умрешь. Я не хочу тебя убивать. Молодец. Тебя убьет шунозавр. Остафрикозаурус. Вау, целых 8. Суперка от Остафрики. Миллион лет ее не видел. И суперка от Шуника. Затопчи его. Да, как говорится, и этот невероятный, невыполнимый для зауроподов маневр. Типа стать на задние лапы. Так, ну а теперь нас ждет 3 хищника. Да. Так. Кстати, терезинозавр. Терезинозавры. Я помню, по-моему, даже у Музлова была серия, да, по-моему, где он писал: тиранозавр, почему ты такой слабый? Почему ты легендарный и такой слабый? Да не слабый он. Он прикольный на самом деле. Я очень часто любил его раньше использовать. Он неплохо танкует.
Давайте еще возьмем танков, но слабых. Кто у нас тут еще может потанковать? Вот так вот давайте сейчас. Так, ладно, не взялся, значит возьмем кого-нибудь другого. Я хочу, чтобы было много жизни, но мало удара. Ну, Апатич, допустим. А, два всего. Блин, ну два, 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 два. Два затащим, не затащим. Давайте попытаемся. Иди, резинка, резинка. Его главная задача не помереть на первом ходу. А так вообще хороший динозавр. Среди легендарных молодец он. Ну вот, смотрите. В принципе, я уже его могу пробить, скорее всего, да? 160, но вот чуть-чуть может не хватить. Вот я, что я переживаю. Ну, ну-ка, давайте сейчас. Раз у нас это идет обычный турнир, допустим, 163 умножить на 3 и умножить на 1,5 примерно. Да, по идее, должно хватать. Раз, два, 682, да. Ну, вот, смотрите, чем плох Терезинка? Да неплохо, да его Астафрикозавр даже сейчас не пробьет. Терезинка хорош. Кто согласен, ставим лайк. Ну смотрите, а? Двоих прям положил. Скосил, так сказать. Так, ну давай, это какой-то зомбак. Раджозавр с этими красными глазами, ну как зомбак. Так, ну у Эйничек тоже такой слабый удар, но нам должно хватить. Ну, здесь надо было бы 4. 3 бы не хватило. Вот такие вот дела, ребятки. Вполне себе годный динозаврик. Ну, по сравнению с 1600 ушунозавра, ну, как бы у других легендарных динозавров, у него там 2300. Это очень даже неплохо. Ух ты, что ты такое запустил? Он 500 генов и дилофазавр, который плюется кислотой, да? По фильмам. И в Jurassic World Evolution, и в Jurassic World Alive тоже, кстати. Вот такие вот, короче, пироги. Да, ребята, чуть не забыл. Сделали не в начале, но хотя бы в конце сделаем. Та-дам! Нам же нужно прокачать еще статуэточку. Мы хотим получить Стегича. Для этого нужно... Ого! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать условий выполнить. Целых 15, ребята. Так, ну у меня там... вот так, давай. Так, еще один набор рапторов. Карнораптор, спинораптор, пирораптор и велоцираптор. Отлично. Так, это у нас антарктопелта, по-моему, да? Бронир антарктопелта, пахик, скалозавр и анкилозавр. Вроде как не ошибся. Если ошибся, поправьте в комментариях. Зауроподы. Паразавр, суперзавр, аргентинозавр, аморгозавр. А вот это вот кто? Шунозавр, по идее. Так, цератопсы. Шикарно! Шикарно, ребята! Ну вы уже поняли, да? Поняли? А? Стегозавр, что ты тут делаешь? Что тут стегозавр делает с цератопсами? Это вообще-то... А это вообще гибрид. Это стегоцератопс гибрид. Вот это гибрид. Это какая-то чушь какая-то, вот это вот условие. Эти два не подходят. Это Эйнич, это Насута, цератопс, это вот этот старичок по... Короче, протопрахи, короче, забыл. Но это вообще ни о чем. Орнитоподы. Иоламбия, каритозавр, паразоролов и залмоксис, да, по-моему? О, стегозавриды. Стегозавры.
стегозавр, кентрозавр, урхозавр и опять здесь гибрид. Ну, может, просто не хватало, конечно, но... Ну, тут ладно, еще можно его как-то оправдать. Терезинозавры. Терезинозавр, это у нас кто, сигнозух, наверное. И здесь, опять же, эверлифозавр, вот тогда у нас получается. Тоже гибрида сюда впихнули. Закат эры амфибий. Протерогиринус, ихтиостега, и вот это у нас... как там тебя? Он тоже на букву. Ты еще с Иоламбией, да, путаю иногда. Вот это вот он. Крокодили слезы. Капразух, метпастазух, пастазух, пристазух, саркозух, метриаринг. Метриалон. Метриаринг летает. Метриалонг это гибрид. Не, подождите. Метриалонг. Так его зовут, да? Метриалонг. Это родственник геозавра. Метриалонг. Метриалонг. Короче, надо проверить. Давайте, ладно, давайте сейчас проверим. Не, метриаринг. Блин, что-то я такой, что-то я за... Рамфаринг летает, метриаринг, метриалонг. Это... Блин, как вот этот наш гибрид? Метриалонг? Нет. Раптор вот этот, ё-моё. Вылетел из головы, надо его срочно сейчас найти. Но это, знаете, вопрос, это, короче, принципиальный. Все существа, хищники. Метриалонг, да, все верно. Метриалонг. Возвращаемся обратно к нашим попугаям. Собаки кайнозойские эры. Мегистотери, гиенодон, саркастодон и эндрюсарх. Львы кайнозойской эры. Ну, понятно, сумчатый лев, саблезубый лев, он же саблезубый тигр, и смилодон, и тилокосмил. Подражатель. Травоядная кайнозойская эра. Синоцератопс, бронтотерий, эласматерий и тоже какой-то терий забыл. Так, страшные птицы. Фараракс, Келенкин и Келенкин по центру. Фараракс и тоже забыл. Так, мегафауна. Так, ну, индрикотерий, гигантский лев, мегатерий, дейнотерий и глиптодон. Так, и последнее. Архелон, генодус, протостега, или как там я забыл. В общем, и вот это я забыл. И все. Ура! Получили стегозавра. Ух! Вот так вот, ребятки. Так, итого. 24 клеточки уже перекрывает. Но уже, кстати, да. А я могу как-то это дело отдалить? Никак, да? Это максимальное отдаление, можно только приблизить. Ну, его надо, короче, уже смещать в какую-то сторону. Потому что, ну, смещать вниз надо. Вот как-то вот эти вот клеточки передвинуть, вот сюда его где-то поставить. Ну, короче, он один сможет собирать чуть ли не весь парк, да? Если его прокачат на максимум. Ну и красивенький. Кстати, вот это я, наверное, вам не показывал, только на скриншоте его видели, да? Как я выстроил. Ну, вот как-то так пока что. Это все, что у меня есть. Хочу вулкана. Вулкан 19. Нет, джаггернаут. Хочу статуэтку джаггернаута. Ну так. Ну, на этом, ребятки, все. Всем пока.